Так, и завтра у нас по счастливой среде вот такой продукт, который, может быть, не все знают, но хотели бы получить результат. А какой? Сейчас все расскажу. Смотрите, это юхимби и сибирский женьшень. То есть что в составе? А здесь в составе афродизиак. Это юхимбин. То есть и плюс мощные сибирские адаптогены. То есть что он делает, такой продукт? Он оказывает, вот послушайте, пожалуйста, меня внимательно, жиросжигающее действие и повышает сексуальный потенциал, причем как женский, так и мужской. То есть сибирские адаптогены, такие как элитуарокок или ВЗЕЯ, придают еще больше сил, выносливости, повышают физическую работоспособность, я бы сказала, даже умственную работоспособность. То есть, ну и состав я, в принципе, перечислила. То есть, это корень сибирского женьшеня, это белки из сыворотки крови марала, экстракт юхимби, экстракт левзеи. То есть, ну вот такой продукт. Вот подумайте, пожалуйста, кому продукт такой нужен и кому его можно, в принципе, предложить. И сейчас я сниму еще третий продукт, который будет завтра у нас по счастливой среде.